Так, Юпитер. Вот, вот это, наверное, лучшая резкость. 3 сентября. Я календарь. Перевертай. До него сейчас 600 с мелочью миллионов километров. Очень тяжело наводиться. Ладно, не будем. Это я меняю выдержку. Пошел за свет, но зато сейчас чуть-чуть видно на левой спутнике, да? Видно. ИСО 125, он справа, ну, наверное, это я в окуляр вижу. А вы, наверное, на экране не увидите, разве что на очень большом. Да, галилеевые спутники видно. Хорошо, пошли. Не будем тратить время. У нас уже рассвет практически. Сейчас наведемся на Луну. Вот она. Немножко потрясет. Опускаю штатив. Значит, ИСО у меня сейчас 125. Минимальная. Наверное, переставлю штатив. ИСО в течение съемки менять не получается, на, ну то есть не предусмотрена возможность на Nikon Coolpix 5000. Я могу в течение съемки менять выдержку. Сейчас у меня ИСО 125, выдержка 1 к 30, меняю, уменьшаю выдержку 1 к 125. Видно, да, изменения? Что ж такое? А, штатив не закрепил. Так, все, ничего не трогаю. Немножко дам Луне пройтись по кадру. Это максимальное увеличение, 125 крат оптики, зум. И еще 4-кратный цифровой. Где там у нас Луна 25? Нигде. О, плато. Так, к сожалению, вынужден переключиться, потому как очень хочу поснимать Венеру. Венера сейчас в 50 миллионах километрах. От Земли, это очень близко, но она должна быть серпиком, по идее. То есть она между, практически между Землей и Солнцем. У нее может быть по орбите расстояние от Земли от 38 миллионов километров до... ...260. Но сейчас 50, и это очень хорошо. Она будет тоненький. О, он тоненький серпик. Вот, в общем, не соврал. Резко испытаюсь. Надо же. То есть даже...
даже таким тонюсеньким серпиком она пересвечена, а у меня уже некуда. А, как же ж некуда, это у меня самая большая удишка, да, вам мешает. Один к 30 была выдержка, сейчас 1 на 640. Вращение земли быстро из кадра. Ух ты, куда что делось? Из кадра Венеру забирает. Так, все, я сейчас ничего не трогаю. Вот это скорость перемещения по кадру, это скорость вращения Земли плюс скорость перемещения самой Венеры относительно Солнца. Уменьшаю еще выдержку. 1 на 1600. Есть у меня подозрение, что я-то вижу в окуляре. Фотоаппарата Венеру. А вы уже, наверное, будете при таких настройках светочувствительности ее не видеть. Ну и, конечно, очень сложно наводиться, потому что 125 крат плюс 4 крата. Я по факту сейчас не фотоаппаратом. Штатив у меня более-менее, там масляная головка. Но мне приходится, я стою сейчас на пахоте в сельской местности, и я просто вдавливаю в чернозем штатив, ножку штатива, чтобы... навестись на объект, на Венеру. Ну, наверное, лучше уже не будет. 3 сентября. Давай сейчас найдемся на Луну. По старой доброй традиции. Остались мы сегодня без Сатурна, ну я думаю, что возможность еще будет. Вот на терминаторе. Терминатор — это сопряжение линии света там, где касается свет и тень. Ну, где-то делается, что ж такое. Так, я оставляю все, отошел от фотоаппарата. Даю возможность Луне самой пройти. Луна сейчас, вот была полнолуние впереди, была Луна 360 тысяч километров. Луна бывает 405 тысяч километров, а бывает 356, по-моему, минимальное расстояние до Земли по орбите. То есть, когда она ближе, ее видно лучше, светит она ярче, ну, отражает свет. Солнце уменьшил выдержку 1 к 60. Красотень. Ветерочек поднимается. Ну, уже утро. Я сейчас скажу, сколько времени. 5 часов 12 минут. Киевское время в Запорожской области возле города Орехов. Испещрено все кратерами.
Да, ветерочек уже начинает шатать камеру. Ну, ребятки, наверное, завершим на этом. 3 сентября, як календарь, та йоханий бабай.